Сегодня 27 августа, день российского кино. Пока не сняты ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, местный киновед Роман Серов приглашает отметить праздник онлайн. Сегодня, дорогие зрители, мы посмотрим старый добрый советский фильм «Время летних отпусков». Знакомство с фильмом начинается. Сегодня это лента «Время летних отпусков» 61-го года с Раисой Куркиной, Татьяной Конюховой и Ниной Агаповой. Роман Серов подробно рассказывает о режиссере, сценаристе и, конечно, главных актерах. Встречи с кинолюбителями увлеченный земляк проводит уже несколько лет. А теперь в условиях пандемии ретро-кинозал на Пушкина обрел новый формат. Формат видеовстреч. Эта видеовстреча будет у нас также с Романом Серовым, и где он будет рассказывать интересные факты из жизни актеров нашего советского кино, наших любимых актеров. Также он будет показывать уникальные фотографии из своей коллекции, потому что у него много фотографий, которыми поделились актеры при личных с ним встречах. А еще в видеоформате традиционные звонки актерам и, конечно, просмотр фильма. Как только в помещении можно будет собрать зрителей, возобновятся привычные кинопосиделки. Тем более, что за время самоизоляции Апатитская центральная библиотека полностью преобразилась. Киноманов ждет уютный зал с мягкими стульями и большим экраном. А пока Роман Серов продумывает темы следующих просмотров. Ближайшие встречи будут посвящены, во-первых, столетию народного артиста России, классику уральского кино, который проработал почти 50 лет в городе Екатеринбург, лауреата государственной премии братьев Васильев, с которым я был близко знаком, и весь кино- и фотофонд, который хранится у меня. И снял он, этот Ярополкович Лапшин, все знают такие фильмы культовые, как «Угрюм река», скоро будет новая версия, «Демидовы», «Приваловские миллионы», «Продлись, продлись», «Очарование» и многие другие. Много будет представлено фотографий со съемочных площадок, личных фотографий. А вторая встреча будет посвящена Олегу Александровичу Белову, который приезжал к нам в Хибины в 69-м году на 40-летие комбината «Апатит» с группой «Ленфильма». И в 76-м году. Встречи будут проводиться раз в месяц. С такой же частотой гостей примет кинозал виртуальный. Посмотреть записи можно на страничке библиотеки города Апатиты ВКонтакте и на официальном сайте Апатиты Либр. Приятного просмотра!